команда проигрывает по всем компонентам, то только случай может помочь. Вот. И как раз в игре «Спартака» не просматривалось случая. Даже играя в большинстве, они, в общем-то, не имели никаких моментов. А что касается голов, ворота «Спартака», то это вообще это настолько бездарная игра в обороне, что с такой игрой на какие-то серьезные результаты рассчитывать в Лиге чемпионов просто не приходится.